Улицы Ермака наполнятся ароматами липового цвета. Правда, не скоро, а когда вырастут эти саженцы и станут полноценными взрослыми деревьями. Сотрудники городской мэрии вышли на субботник, чтобы высадить 50 лип. Настроение у нас боевое, отличное, так скажем, расположение духа. Сегодня мы сажаем деревья, замечательные улицы. Как видим, она недавно была отремонтирована, поэтому нашими стараниями мы хотим озеленить, посадить 50 саженцев новых деревьев. Потому что потом горожане будут очень рады зелени и цвету, который будет здесь после нас на этой улице. Начало октября для посадки деревьев – время благоприятное. Прохладная погода молодым саженцам только в плюс. Место выбрано не случайно. Предполагается, что через несколько лет проезжую часть и жилые дома будет разделять зеленый забор. Для, собственно, не только эстетического, более приятного восприятия этой улицы, но и, безусловно, для отгораживания, так скажем, жилой застройки от проезжей части. Деревья высаживали в рамках осеннего месячника благоустройства. К началу октября уже проведено 103 субботника. 43 стихийные свалки прекратили свое существование. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.